Во, как раз. Bitter Moon. Спасибо большое за донат. Тот самый кавер на Агату Кристи от Психеи. И у меня вроде суммарно собралось на модерку. БТВ, как я и ванговал, поклонники Психеи, естественно, люто исходят на говно после моих реакций, и приходится, типа, не пропускать ни один коммент. Как бы, причем возмутились, когда я сравнил Психею с Агатой Кристи. Оказывается, у Психеи даже есть кавер на Агату Кристи. Говорю, это вот тот же уровень примерно. Так, модерку, да, кому-то? Сейчас дам. Даю. В принципе, прикольная идея поставить этого ребенка на обложку, потому что, ну, в принципе, вот примерно что-то похожее мы и слышим. Демо. А это точно Психея вообще? Типа, как это проверить-то? Демка. А где электронная дресня всякая? А почему так нормально внезапно? Голос ясный. Ну да. Ты дочь врага, ты сестра врага, ты жена врага и мать врага. Это ничего, это ерунда, ты мне только сел. Промыть сложнее. Да ладно, Бог. А, будет еще, терпение, понял. Так вот так и надо было играть. Я не знаю, зачем они начали какую-то, типа, добавлять просто пердёж себе в треки, пердёж на голос потом в обработке, типа, этот говняный сатуратор, там, еще что-то. Взяли, просто сделали из... Ну, типа, вот слышно, что, ну, хорошо играют, шарят там челики и так далее. Слаженно и четко. А потом специально такие... Навалим-ка говна просто побольше на трек. Типа, сделаем... У нас группа Психея. То есть, вот, типа, того там... И, типа, считается, что это супер оригинальное и гениальное музло. Зачем? Делали бы просто даже вот так. То есть, для России сделать просто даже качественную копию Запада... Это уже было бы великое достижение. А тут как бы челики попытались в интересную музыку, и вместо этого просто получилась вот дреснина. Что за вопрос, дурацкий? Тупые вопросы 50 рублей стоят. Хотя, кстати, маловато. Надо... 1000 рублей, тупые вопросы. Вау! А, пошла дресина. Ну, здесь она прикольная, кстати. Хотя... Блин, она напоминает какой-то саундтрек, какой-то то ли Галилео, то ли вообще что-то такого. Там такие же звуки использовались постоянно. Сейчас я прям поищу Галилео. Но только нужна не вот эта песня, а типа что-то еще саундтрек. Там... Вот именно прям этот же использовался. Что-то нет. Блин, хрен найдешь, что нужно. Какие-то говнорэперы и так далее. Какой-то Ералаш. Ералаш Кор. Нет, ну это, конечно, не как бы это выше, чем Агата Кристи уровнем гораздо. Базару ноль. Но, типа, потом возникла гениальная идея.
Что-то мало, мало, какая-то у нас слишком хорошая музыка. Сделаем вот такую дрищу просто, типа, и все. И то же самое потом навалим этот же эффект на все вообще, я не знаю, на электронику, там, на... Я уж не помню, что у них там просто еще. Ну, короче, на гитару, скорее всего. Ну, типа, знаете, сатуратор на мастера. Вот эта тема. Вот это музыка. Так, я 3К за вечер всрал, а мне еще не заплатили денег. Короче, перебираюсь в чач для отребья. Эх, в бомжатский придется. Ну ладно, неплохо. Да там, смотри, там уважаемые ребята, в принципе, тоже сидят. Не так уж там и плохо. Все, ну... Короче, как с шаманом, да? Типа, что единственные нормальные песни — это кавера. Здесь то же самое.